Приветствую тебя на канале Трейлер ТВ. Только официальный урывок из фильма. Элли, пройдемся с тобой по заявлению в Мичиганский университет. А смысл? Я не буду туда поступать. Нужны запасные варианты. Элли будет учиться только там, где все носят береты, курят гвоздичные сигареты, сами готовят хумус, но едят его из фрисби. Нью-Йорк, 95-й год. Как прошел день? Под крэком. Ада, она кому-нибудь звонила? Они дату выбрали? Пока нет. Думала, может, платье ее подстегнет. А это что? Обручальное кольцо. Так ты сдалась? Да, все хорошо, просто прекрасно. Я тут товары по почте смотрю. У них есть самые быстрые в мире бритвы. Все превосходно. Опять вчера гуляла. Я видела груду ее одежды, когда мусор выносила. Прям частный сыщик. Он твой парень? Не совсем. Смотри, общаемся как сестры. У папы есть любовница. Господи, а почему он иногда называет себя ее кондитером? Свой причиндал он зовет эклером. О, боже, все. Психическая травма. Давай мне. Ну и что, вы всегда смеетесь, когда я промахиваюсь. Можно домой? Мам! О, боже, что происходит? Вот решила тут пожить пару дней. Все в порядке? Да. Когда ты домой вернешься? Дана, у моей сестры нервный срыв. Я в прострации, пытаюсь понять, нужна ли мне та жизнь, которую я для себя выбрала. Да, не факт, что поймешь. От режиссера своего ребенка. Какие же вы красавицы! Ну, одну фоточку. От тебя две недели ни слова. Расскажешь, почему мне звонят из школы и спрашивают, где ты? Это что, ты у него наркоту покупаешь? Захлопнись, мусорка! Глаза раскрой, умник, я же явно изюм! Когда последний раз хоть кто-нибудь в этом доме обратил на меня внимание? Я люблю танцевать. Почему мы раньше не танцевали? Дженни Слейд, Иди Фалько, Джон Туртурро. Как же я вас люблю, даже когда вы меня бесите. Ты иногда все-таки такая чудная. Я просто желаю тебе счастья. Телефонная линия. Подпишись на канал и ставь лайк. Приятного просмотра.